Государственный фонд социальной защиты и общественное объединение предпринимателей и промышленников Турции и Азербайджана запустили проект «Братская семья». Проект посвящен героям, ставшим шахидами в ходе 44-дневной Отечественной войны. Турецкие бизнесмены, работающие в Азербайджане, вместе с представителями Государственного фонда социальной защиты проведут встречи с семьями 44 шахидов. Цель – оказать им социальную, материальную и моральную поддержку. В рамках проекта его участники встретились с семьей майора Илькина Ахазаде, ставшего шахидом 1 октября в боях на Мурадовском направлении, и поинтересовались социальным положением семьи. Илькин Ахазаде распоряжениями президента награжден медалями за родину, за освобождение Кельбаджара и за отвагу. Будет организован цикл встреч. Они будут проводиться как с участием официальных лиц, так и с участием сотрудников. Основная цель – подробно изучить их социальные проблемы. Это была первая встреча. На следующем этапе будут встречи и с другими семьями.